Ну, 10 мая сегодня. Гулять по двору надо. На улице жарко уже, пекло уже, печь начало. Ага, поспевать начали. Пушмула. Так, вот это мягкое, да? Вот это мягенькое. Ага, берем мягенькое. Так. Надо самые такие уже мягкие. Так, ага, вот это сладенькое, наверное, кисло-сладенькое. Так, вот это вот. Да нет, это еще не поспевшие, хорошо. Это тоже еще не поспевшие. Парочку. Ну, вчера дед принес. Вот. Они вкуснятенькие. Вот это вроде бы поспевшие уже чуть-чуть. Ага, да, поспевшие такие. О, вот это вот. Поспевают они. Поспевают. Скоро виноград также пойдет. Поспевает весь. Вот. И виноград по полной пойдет. Сколько хочешь, кушай, блин. Кушай, делай варенье, делай вино, делай чачу, делай чурчхели, делай пастилу. На все хватит. Килограмм 300-350 выйдет, если не больше. 45 ведер выходит. 45 ведер. Вот так вот. Ну, пойду, там банда бегает из трех маленьких бандитов. Пусть кушает. Я уже наелся, не хочу. Вот. Такие дела. В общем, все хорошо, все нормально. Жарко на улице. И соседи вон собирают, видите? Тоже сбор начали своих мушмулы везде. Вот. Вот видите, какие у меня эти пошли. А сюда? Такие дела.